Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета. В сообщении, опубликованном на сайте Ельбасы, говорится, цитирую: «С глубокой скорбью воспринял известие о жертвах и пострадавших в результате крушения самолета авиакомпании Big Air, вылетевшего из аэропорта Алматы. Разделяя горечь и утраты, выражаю слова соболезнования родным и близким погибших, а всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления». Конец цитаты.